Всех приветствую, командиры. Блиц-турнир, конвой на карте Царь Горы. Так, против меня в этом бою играл Геннадий. Есть у него свой YouTube-канал, помните, да? Вот, ссылочку на его YouTube-канал оставлю в описании. Так, друзья, и что мы здесь с вами наблюдаем? У вас уже есть готовая база. У вас второй уровень штаба. Также обратите внимание, наверху две шкалы. Ваша задача в этом турнире привести 50 транспортников. Транспортники выезжают вот отсюда, едут на центр карты, вот сюда едут, забирают груз, потом едут обратно. Ваша задача привести 50 транспортников. Также обратите внимание, флаги. Флаги дают вам скорость движения транспортников. Если вы удерживаете два флага, скорость движения транспортников у вас возрастает в два раза. Если вы держите три флага, то значит в три раза. То есть чем больше флагов вы держите, тем быстрее транспортники ездят за грузом, да, и в пункт эвакуации, вот сюда. То же самое происходит у противника. То есть ваша задача бороться за центральный флаг. То есть вот эти два флага находятся к базе, вот флаг ваш, вот флаг вашего оппонента. Их вы захватите в любом случае. А вот центральный флаг, он находится по центру, и вся борьба проходит именно за него. Ваша задача с первых минут боя отжать этот флаг и стараться его удерживать. Если вы упустили флаг, так как сейчас упустил его я, то оппонент не даст вашим транспортникам подъехать за грузом. Он их будет уничтожать. Обратите внимание, транспортники подъезжают, он их уничтожает. И мой счет по вывозу транспортников остановился. То есть, а мой оппонент тем временем их будет безнаказанно возить, и тем самым он победит. То есть, ваша задача любыми средствами, способом удерживать центральный флаг. То есть, удерживать центр. Сейчас, обратите внимание, перейдем непосредственно к бою. Оппонент захватил центр. Моя задача его отбить. Что я делаю? Я вышел в третий уровень штаба. Я маленько скинул натиск на центральный флаг. То есть ресурсы потратил на выход в третий уровень штаба, на выход в авиацию. Да? Но делал я героя ОСУ. Она у меня погибла. На героев тратиться не стал. Вот, так же, как и мой оппонент, он тоже героев делать не стал. Так, и вот здесь, смотрите, вот мой транспортник здесь хотел что-то забрать, но молоты ему не дали. Пытаюсь здесь как-то противостоять, чтобы мой оппонент не шел ко мне на базу, не сносил меня. Пытаюсь как-то противостоять ему. И вот здесь, вот смотрите, уже идут у меня ягуары. У него только пока молоты пех, грены, и вот еще есть крепость. Отступаем, потому что выезжает крепость, и вот тут вступает в действие авиация. Оппонент обнаглел, захватил даже тот флаг, что находится у меня перед базой. И получается так, что у него транспортники едут три раза быстрее. То есть, смотрите, он уже привез 6, я только 2. Вот ездят его транспортники, да, и они благополучно доставляют грузы. То есть, я по транспортникам в данный момент проигрываю. Моя задача отбить флаг. Вот здесь, смотрите, едет крепость. Едет крепость, ждет мою пехоту. Я отступаю и сейчас буду делать упор непосредственно на то, чтобы выбить крепость. И потом опять буду подключать пехоту, чтобы она уничтожала тяжелых штурмовиков оппонента. Уничтожили крепость, оппонент это увидел. Естественно, он отступает, потому что у меня очень много пехоты. Оппонент также потратился на тайфуны, да? Ну, правильно на самом деле сделал, потому что с моей стороны авиация. Но также у него тратились ресурсы на тайфуны, да, они как бы урона не наносят, вот, а вот кречеты урон наносят. Так, ну что, смотрим, что происходит дальше. Отжимаю я флаг, оппонент скинул натиск, так как он сейчас выходит в третий уровень штаба. Поэтому армию он сейчас не делает, тратит ресурсы на апает завод до Зевсов, и на третий уровень штаба потратился. И сейчас, смотрите, я захватил флаг, теперь уничтожаю его транспортники. То есть, теперь он не может возить транспортники, так как я держу центр. Вот. В этот момент, на самом деле, оппонент допустил ошибку. Ему нужно было раньше выходить в третий уровень штаба и также стараться удержать центр. Вот. Я не растерялся. Сразу пошел в третий уровень штаба в начале боя. И тем самым он как бы захватил центр. Но сейчас инициатива переходит ко мне. Так, вот здесь момент
ждем выхода кречета. И вот сейчас попытаемся здесь отжать вот этот вот флаг с помощью кречета. Здесь смотрите, что происходит. Транспортники едут, я их сразу же уничтожаю на подходе. То есть, на моем, у меня сейчас пока один флаг. Транспортники ездят медленно, да. Смотрите, вот они тут медленно прям ездят. Вот он один, пока он доедет. Моя задача сейчас забрать вот этот флаг, и транспортники будут ездить намного чаще. Давайте посмотрим. Вот они тут ездят прям еле-еле. Так, смотрим, что происходит дальше. Видим, что у оппонента пока армии нету, да, я принимаю решение отправить пехоту на верхний фланг. Увидел здесь циклон разведчика, попытаюсь его уничтожить. Смотрите, ну вот уничтожил, но он разведал меня. Все-таки перехватил я три флага в какой-то момент. Транспортники стали ездить намного чаще, обратите внимание. Да? Все-таки оппонент опять перехватил верхний флаг, но все равно под моим контролем два флага. Транспортники ездят в два раза быстрее. Вот. Оппонент транспортники не возит. И вот здесь вот я вижу, замечаю какое-то движение с его стороны. То есть сейчас он будет предпринимать попытки отбить центр, но подключаются кречеты и стараюсь нанести урон именно по Зевсам, потому что самая такая ударная сила у конфедерации, конечно же, это тяжелый танк Зевс. Будем наносить кречетами по максимуму урон по Зевсам, чтобы их выбить. Да, ну с пехотой здесь у меня будет справиться намного проще. Ну и грады не такой сильный, конечно, урон будут наносить. Грады я очень быстро ягуарами выбью. Главное убить Зевсов. Уничтожаю Зевсов, Зевса практически. Все, Зевсов не осталось, остались грады. Подвигаю ягуаров поближе и начинаю уничтожать ту армию, которая здесь осталась. Тут два града, один Зевс. В принципе, армии мало. Оппонент отступает на базу. Транспортки ездят. Я уже перевез 16-14, то есть я уже догнал оппонента. Так, видим, оппонент вышел в Зевсоград. Но ему это не помогло. И вот тут на самом деле интересный момент получился. Оппонент отступил на базу вот сюда. Я это вижу. И сразу же принимаю решение ягуарами атаковать его с другой стороны базы. То есть пока он сейчас будет ехать, я ему снесу пару заводов. Чем я сейчас и занимаюсь. Вот. Я понимаю, что у оппонента нет авиации. Дикобразов сливаю. Ну и здесь на самом деле оппонент дермализован и сдался в какой-то момент. Я уже в наглую заезжаю в тыл базы, начинаю сносить ему заводы. Да, здесь вот подходит Зевсы по одному, я их уничтожаю очень хорошо. И начинаю сносить здания и сооружения. В принципе, это уже конец боя, оппонент сдался. Вот такой вот блиц-турнир с вами нас ожидает, друзья. Еще раз подведем итоги. База готова. Развивайтесь. Выходите в следующий уровень штаба. Да, либо можете на втором штабе играть, держать мясо, забьете КВО, потом только выйти в следующий уровень штаба, но ваша задача любой ценой держать центр и не давать оппоненту возить тележки, да, и ваша задача перевести тележки как можно быстрее, либо уничтожить базу противника. Вот такой вот блиц-турнир, вот такой вот бой, друзья. Всем спасибо за просмотр, всем пока и до новых встреч.